Мой род, он из Трапезунды. Есть деревня Авлена. То есть, насколько я понимаю, это несколько дворов, да, и в переводе. И там жили преимущественно греки с фамилией Масторопулос. Занимались они в основном резьбой по камню. То есть они делали фасадные работы по камню, скульптуры, надгробия, памятники, стелы и так далее. То есть они были одни из лучших в византийские времена, такой как артелью. Моему деду было во время геноцида, он родился в 12 году, и в 18-м они бежали из Трапезунды. Дед мой со старшим сыном остался воевать, и они ушли в горы, где впоследствии они погибли. То есть они ушли в партизанские отряды, и они не покидали родину. А мать с младшими сыновьями, поскольку они не могли держать оружие, они ушли. Была всего семья из 4 мальчиков и 1 девочки. На лодке они перебрались, насколько я знаю, в территорию нынешней Абхазии, а раньше это была Грузия, они перебрались в Сухуми. И там жили вплоть до 1937 года, пока Сталин в 1936 году не издал указ о том, что грекам-понтийцам можно было покинуть территорию Советского Союза. Мой отец впитал вместе, как бы, ну, в общем, с грудным молоком впитал эту историю. И понятно, что он переживал это, безусловно, поскольку как бы для него, да, это была утрата дяди и утрата деда, да, на той войне, для него это было близко очень. Я сам занимаюсь и мозаикой византийской, и я архитектор по специальности, и я понимаю, что это такое, да, как бы, потому что я в этом вырос, меня этому воспитывал отец. Я понимаю на уровне генетическом, что такое византийское искусство и о чем речь, да, и что мы теряем сейчас. То, какое богатство сейчас находится на территории нынешней Турции, и то, какое отношение там к этим памятникам до сих пор, да, можно видеть и в Панагии-Сумиле, где там стоят храмы просто без крыш, и по фрескам течет вода. И это мой отец описывал просто, когда сам видел фрески 11 века, просто по ним льется вода дождевая, они гниют, они просто все в плесени. Стерты все глаза. На фресках просто турки пишут имена, и там сердечки, там и так далее, и матерные слова турецкие. О чем можно говорить, как бы, да, и геноцид продолжается, да, вот он исторически, культурологически, для меня он как бы он не прошел, он расцветает и как бы стирается наша история. На уровне там, ЮНЕСКО надо общаться людям, да, чтобы мировое сообщество говорило, чтобы они остановили это варварство.